такие красивые. Но как можно заниматься подобным тут? Откуда здесь людишки? А? Что стряслось? Ребенок? Она с большой земли или же... А? Габимару! И как так вышло? Простому ребенку такое провернуть не под силу. Прошу, подожди! Мы тебе не навредим, не бойся! Мы про... Тошно мне уже от этих сложностей. Я же просто ищу эликсир. Не с... Говорит? Очень прошу вас, верните ее мне. Я отведу вас в деревню и расскажу вам об эликсире. Ну уж нет. Странно, что ты говорить умеешь. Каков упрямец. Даже Сагирин пришла. Рин, я сюда пришла следить за тобой. Боюсь, Сенти это несподручно. Мы с ним всего лишь на время поменялись местами. Я ни за что не... Нужно поскорее их об острове расспросить, и тогда можно... Хочешь есть, так вперед. Мне-то какое дело? Они не отравлены. Девочка их тоже ест. Что тебя связывает? Вот это место, но для нас оно зовется Катаку. Или же Шинсенкё, обитель богов. Эти боги и само Шинсенкё совсем не такие, как я представляла. Разве боги — это не что-то духовное? Всю свою жизнь передавалась из уст в уста. Согласно легенде, он зовется Тан. Источник вечной жизни. Эликсир. Тан? То есть это не мандаринка? Не умирают и не стареют. Вечно прекрасное, идеальное создание. Сделать. Как-никак, это ваша последняя просьба. Каждый, прибывший сюда, словно подписывает себе приговор. Тенсены не позволят никому сбежать. Каждая жизнь, переродившаяся цветком, становится источником. К тому же мы с тобой женаты. Так что нечего стесняться, когда я тру твою спинку. Вот значит как. Именно так. Не стесняюсь я. Просто не нравится все это. Девочка, если ты стыдишься своего шрама, то не стоит. Для женщины это не так уж и просто. Тут я не согласен. Я знаю женщину с огромным шрамом, и нет никого, а также главную цель. Некогда мне тут штаны просиживать. Больше я не забуду.